Итак, убираем все ненужное, что нам сейчас здесь не пригодится. Я убираю мешки, потому что они уже не пригодятся. И расскажу вам еще о некоторых свойствах этого вакууматора. То есть, смотрите, я сейчас буду на стол выставлять емкости, с которыми может работать этот вакууматор. То есть, что я сделал, собственно говоря. Видите, да? Вот у меня в наличии имеется вот такая вот крышка, обыкновенная крышка. Продаются во всех автомагазинах вот такие вот грибочки для бескамерной шины. Себестоимость этого грибочка 10 рублей. Они есть вот такие вот, которые резиновые, чисто прорезиненные. А есть вот такие вот, которые на гаечке с прокладочкой заворачиваются, но эти подороже. То есть этот порядка 20-30 рублей стоит, этот 10 рублей стоит. Ну, вот этот поудобнее, кстати, я хочу сказать. Что мы делаем? Мы просверливаем просто обыкновенное отверстие по диаметру. А прошу обратить ваше внимание, что в разных магазинах диаметр вот этих вот мепелей, он разный. Поэтому, когда будете покупать, спросите у продавца, в каждом автомагазине есть штангель-циркуль, замерите здесь диаметр. И под диаметр этого сверла, под диаметр этого именно мепеля, купите сверло. Где-то на миллиметр, на два меньше. То есть, вот видите, у меня как бы он сейчас силиконом, я еще был вынужден обмазать, потому что диаметра этого сверла я не нашел в магазине. И в чем еще особенность заключается? В том, что сверло... Вот смотрите, у меня сверла здесь лежат. Вот это обычное сверло, которое по металлу, которым я собирался просверлить. Оно рвет, жесть очень нежная. И просверлить его достаточно тяжело было вот таким сверлом. Оно рвет. Поэтому я использовал вот такое сверло по дереву под названием балерина. То есть вот на фотокамеру будет хорошо видно, я думаю. И пластик я сверлил тоже балеринкой вот такой фрезой. Себестоимость такого сверла порядка 20-40 рублей в зависимости от магазина. Ну, мне вообще дешево достался, я говорю, по 20 рублей покупал. Для того, чтобы просверлить вот под такой диаметр именно в пластике. С этим я вам чуть позже покажу тоже. Это очень интересная вещь такая. Плюс к этому ко всему мне нужно было купить вот такой силиконовый шланг. Силиконовый шланг, который одевается вот здесь, есть такой мепель, да, который вытягивает воздух. На него одевается этот силиконовый шланг. Плюс к этому я взял еще наконечник. Ну, наконечник, я вам хочу сказать, что я купил неудачный, но вот такие, которые заворачиваются, наконечники, они лучше гораздо. Этот китайский, ничего хорошего с него не получается. Нужно каждый раз мебель проверять, правильно или неправильно. И, ну, давайте сейчас вот мы закачаем эту баночку. Вот открыть ее невозможно, просто так невозможно открыть. Нужно обязательно стравить воздух с нее. Я уже тут как бы пытался это делать все. Слушаем. Так, надо потом чуть-чуть. Все. Вот теперь я могу ее открыть. А дальше. Закрываем. Накладываем какой-то продукт. Ну, вот здесь вот, например, я сухофрукты, да, завакуумировал.
в баночку. И обратите внимание, сейчас вот эта вот крышечка начнет вдавливаться туда, то есть процесс вакуумации будет идти в откачке воздуха. Я не знаю, видно вам, не видно. И по звуку уже слышно даже. На других есть индикаторы, что вакуум сегодня уже не оттягивается воздух. Здесь по звуку слышно, что он уже не оттягивается. Вот если посмотреть вот так вот сбоку, видите, там воздух вытянут. Просто ее открыть уже невозможно. То есть для того, чтобы ее открыть, нужно стравить воздух. Стравливаем воздух. Нажатием на клапан. Все, то есть в эту баночку вы можете насыпать какой-то продукт, сыпучий, не сыпучий продукт, а мясо положить. Кстати, мариновать мясо очень удобно. Здесь вы можете какой-то жидкий там продукт, я не знаю, вплоть до растительного масла. Здесь что-то, например, открыли какой-то горошек, да, вот супруга у меня сегодня консервы открывала, кукурузу. Сейчас мы эту кукурузу положим сюда и точно так же завакуумируем. То есть под разные емкости абсолютно можно сделать. Итак, ну это еще не все. Сейчас я вам расскажу, как еще можно использовать этот данный прибор, потому что функционал этого прибора, ну просто вообще изумительный.